Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. Клондайк Android-версия. Я предлагаю вместе немножечко поиграть. У нас обновление, хэллоуинское обновление. Да, безусловно, я таки далеко еще не продвинулась. Есть чему стремиться. Ну, какой-то так небольшой прогресс таки налицо, скажем так. Куколкой мы закончили. У нас пришел дядя, но я с дядей пока не готова общаться. Я хочу сначала уже тут закончить это задание, скажем так. Вот оно. И вот оно, и вот оно. По идее, что на этой части острова мы закончили все. И нам можно отправляться дальше. Правильно я поняла? Дяденька. О, матросы. Понаехали. Капитаны. Так, шо нам? Отправляйся. Мы отправимся. Только сначала с дядей разберемся. В общем, дядя попался бракованный. Бывает. Поэтому мы типа едем дальше. А он себя пусть стоит. Вот она, наша вторая территория. Ну, там еще будет и третья при желании. Так, подарки давайте заберем сначала. Дяденьки. Вождь. Он тут ни при чем. А кто при чем? Ага, торговец стоит уже. Так, тихо, не буянем. Сначала торговец. Ой, ну почти все у нас есть. Я знаю, что почти не считается. Но все-таки. Вот так вот как-то. А это у нас что? Отлично. А тут? В общем, надо везде все снять. Где дают. А тут у нас тоже дают. Берем. А, видите, еще намекает, что еще есть подарочки, которые я не заметила. Так, 12, 14. Раз, два. А еще будет? Я, если что, мало ли, еще не заметила. Ага. Будет, но не так быстро. Тут, пожалуйста, получите. Воду будет приносить нам. Так, а тут нам что? Идите отсюда, вы быстро идите, поговорите с лесником. Идем. Сейчас поговорим. Пусть он нам расскажет что-нибудь. Ой, подарки только заберем. Что-нибудь интересное, скажем так. Так. Ха. Дерецо это что нам дает? Ничего не дает. Тихо, тихо, стоп. Никаких дерецов мы не трогаем. Мы тут просто ходим мимо. Ничего не трогаем лишнее. То лишь бы энергию потратить. Посмотри на них. Ага, ясно. Зашли. Вигвам. Мы идем дальше. Да я поняла, что тут задание. Ну, мы идем дальше. Ну, так захотелось. Сова на что? Сова у нас подарок. Тут тоже у нас подарки. Многочисленные обменять. Поехали. И вот это тоже берем. У нас там нужная. О, нашла. И очень нужная. 12-10. Надо бы пойти подарок принять, конечно, но успеется. Ага, тихо, нам сюда. Только что-то я тут ничего не вижу особо так. Все равно не вижу. Тут у нас так, раз, два. Ой. Строили, строили, но ничего не построили. Сил не хватило.
Ну, зато вот нашли еще подарочек. И идем дальше. Там давно у нас, надо, говорят, получите. Я прям никак. Так, найдите наборы для... Сейчас найдем. Ого, сколько далеко еще для них идти. 16-12. Так, вот раз. Это тоже наша. Ага, опять строить. А сколько же их тут таких строить-то? Ну, это мы построили. Только что тут другое, что-то мы не смогли. Ой, я уже потерялась. А, вот эту мы не смогли. А, уже могем. В общем, фишка в том, что мы их много должны построить. Точнее, 5 штук. Дяденька. У нас тут розы, понимаете ли. Раз. Что, у нас второй этаж еще будет? Ого! Это нам занесло у нас, как говорится. Поехали. И опять строить. Ой, что-то им прям понравилось. Чтобы мы там им строили, строили, и наконец построили. Уже два подарка накопилось. Мы как откроем оптом. И будет у нас много-премного. Так, идем дальше. Ведь открываем, открываем, а оно вообще ни о чем. О, открыли. Так, тихо. У нас тут продолжение следует, называется. Кукла ничейная. Кто куклу потерял? А тут что? Тихо, не буянем. А тут у нас опять хворост. А, ну что, цельная? Ладно, это наше. А прошлое здание было что-то? Ну, как-то такое. Так, итого. Найти мы все нашли. И еще где не достроили. Это раз. А где... А вот и два. Ага, тут у нас засада. Ладно, бывает. В общем, медленно, уверенно продвигаемся. Подарочки можно, конечно, все собирать. Ну, расчищать все подряд мы, конечно, не будем. У нас столько таланта не хватит. И так энергия уже заканчивается. Ну, прошли сколько смогли, насколько хватило сил. И уже скоро вот-вот финиш. Там, кстати, что-то от меня хотят. Намекаю, что пора заходить. Давайте оценивать подарки. Первый пошел, второй пришел. Пришел. Так, кораблик миниатюрный. Это у нас водичка. А тут чего-нибудь. Ну, немножко энергии добавилось, очень-таки неплохо. Ну, всякого-всякого по чуть-чуть обменять. Кстати, еще один, и можно будет докупить дальше. До 50 точно дособираю. Там видно будет. Так, идем. Ой, не буду я ждать. Идем, 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 идем куда? Сюда, а потом на второй. Вот и мы пришли. Поехали. Ха, толку-то? Тут у нас нехватка. Двадцать три десять. Слушайте, когда будет подарок? Нет, это не тут. Награды. Ну, еще чуть-чуть. Да. А мы что, почти до конца дошли?
Ой, как интересно! У нас осталось 3 дня всего. А говорите, где еще подарки? Что-то я тут напутала уже. Мне нужно здесь одну тыковку достану, 3 штуки. Сейчас. Надо, значит, надо. Да я видела подарки. Тут просто не проходите мимо, надо достроить. Как вы не понимаете, называется. Так. Типа мы строили, строили и наконец построили. Конечно, спасибо, но энергии у нас тут вообще ни о чем. Да, не моя тень. Совсем не моя. Так, вот это вот 11. Сейчас поставим. Тыковку достроим. И я потерялась, нашла. Одна такая. Ага, есть еще, но надо искать. Стоп, я что-то не доделала. А, подарочек. Тут. Вырасти свеклу 8 раз. Интересно, сколько она растет? Ну, 3 минуты. Ну, никто не спешит. Ой-ой-ой. А где это такое взять? Вы прям нас озадачили, честно. 13. Прям нет слов. 4 палки. Ладно, вот еще это берем. А что я тут прохода? А, нашла проход. Хотела сказать, прохода не вижу. А он так и есть. Эти тут еще тут разлетались, понимаете ли. Так, ладно. Собери семена подсолнуха. Во как. И собери, не собери. Ага, все подсолнухи, ясно. Где еще? Вот так у нас была энергия. А потом мы начали собирать семена подсолнухов. И на этой веселой ноте не хватает, да. У нас закончилась энергия. 5. Дострой. Да еще 40 надо. Ого. Ого-го-го-го, как много. И насыпь семена в кормушки. Так. Сейчас. 14. А я больше и не вижу, если честно. Еще 4 штуки. Во как! А они типа замаскировались. Ладно. 8. И на этой веселой ноте я ничего не вижу. Вот это надо убирать, но тут же ж не полностью. А у нас же фишка такая, когда не полностью он уж не убирает. Оно у нас балованное. Ладно, пойдем за энергией. Что делать? Так. Очень рада, очень. Так. Там потом давайте тут. Раз, два, три. А тут чего? Да тут мы ограду дали. Ну и осталось совсем чуть-чуть. Это что у нас? Сундук энергии, инструменты, золотые слитки и не только. Ладно. Может быть, заработаем. А может быть и нет. Ой. А, мне нужно вот сюда делать. А у меня нету. А, кстати, сахарная ватра, это ж покушать. Так, стоп, это что? То у нас тут. Ой, могли бы и энергии насыпать. Прям честное слово. Ой, у нас тут корабль поломанный. Кто-то сломал. Так, торговец. Торгует. И прям ничего у нас нету. Ой. Что-то вообще потерялось.
Ну, подсолнух я нашла, например. И таланты на этом моменте у меня закончились. Так, время выходит, время на исходе, поэтому хотелось бы, конечно, успеть. Так, еще одна. Да где-то здесь. Ха. Не факт. Да ну, обидно. Две энергии. Ай-яй-яй. Наконец-то. Энергия, конечно, закончилась, льготная. Ну, я так присобрала чуть-чуть. Так понимаю, что это все. 9. Ух ты, ах ты. Я посчитала, что уже все. Ошибалась. Бог, идите. Ладно, заодно построим. Я с тем расчетом и думала. 9-10. Одной семечки не хватает до полного счастья. И нам за это будет, ну, красивый подарок.